Друзья, всем привет! Находитесь на канале Автоподбор 25. Сегодня будут цены авторынка «Зеленый угол» в июне месяце. Ну, с чего мы с вами начнем? Начнем, наверное, с популярного минивэна. Это Honda Freed, автомобиль 2011 года выпуска. Стоимость автомобиля 600 тысяч рублей. Двигатель 1,5 литра. Если автомобиль передний привод, вариатор. Если автомобиль 4WD, то идет автомат. Они есть 5-местные. Ну, как бы, Фриды есть, где 2 ряда сидений. Есть автомобили, где 3 ряда сидений. Есть Фрид, есть Фрид Спайк. То есть есть передний привод, есть 4WD, есть гибрид. Но гибрид идет неполноценно. Видите, 3 штуки их стоит. Альфа, кстати, ценовой диапазон, да, ну вот в принципе он начинается где-то от 600 тысяч рублей. Toyota Prius Альфа 2016 года выпуска, S-комплектация, 1 миллион 120 тысяч рублей. Везель 14 год, 4WD, 1 миллион 315 тысяч. Nissan Juke 1.6, GT, литье, резина Toya, 1 миллион 199 тысяч рублей. Honda Jade гибрид 15 год 1,5 литра, 1 миллион 60 тысяч рублей. Nissan ND пробежная, цена не указана. Нотик без цены. Так, Mirage 620 тысяч. Пробег 58 тысяч километров, 17 год, двигатель 1.2. Смотрите, сколько Фридов. Фриды, спайки. Напоминаю, чем они отличаются. Спайки, они идут 5-местные. Спайки можно сделать сзади ровный пол. Спайки. Окошка нет. Фрид. Окошко есть. Начинка у них одинаковая. Nissan Serena 2014 года выпуска, гибрид, 4 камеры, 978 тысяч рублей. Honda Shuttle 16 год, салон кожа, комплектация X. Это хорошая комплектация, штатное литье, туманки, пробег 40 тысяч. Кстати, это действительно его родной пробег. У него идет, я как бы, ну, не до конца, но проверял этот автомобиль. У него идет замена крышки багажника. И если мне не изменяет память, окрас переднего правого крыла. Вот, но пробег это идет его родной пробег. Ребят, ну и смотрите, как я говорил, то что очень много Фридов, очень много спайков, минивэнов, да, ценовой диапазон. Вот смотрите, только здесь стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, только здесь стоит у одного продавца 7 автомобилей. Ценовой диапазон от 720, да, до 800 тысяч. 12 год, электродверь 3,5 балла, 118 тысяч пробег.
12-й год, максимальная комплектация, 3,5 балла, 6 мест, 108 тысяч пробег. Это Фрид, тоже Фрид, еще один Фрид, 13-й год, 1,5 литра, максимальная комплектация, 3,5 балла, гибрид. 12-й год, пробег 140, 3,5 балла, 760 тысяч. 14-й год, Фрид, 7-местный, сколько он стоит? 790 тысяч. 13-й год, 7 мест, 2 электродвери, 760 тысяч, пробег 90 тысяч. Давайте возьмем немного кроссоверов. Кстати, форики вот начинают появляться, прям начинают, свежие кузова. О, хочу джип, денег нет. Nissan Kicks, 11-й год, 126 тысяч. Subaru Forester, 16-й год, естественно, рестайл, 1 759 000. Nissan X-Trail, 17-й год, 1 697 000. Forester, 18-й год, 1 667 000. Далеко кто-то спрашивал, цена не указана. Собственно, вот он, новый Forester. Новый Forester без цены. XV свежая. 18-й год. 1 597 000. Вот он, новый Forester. Кстати, есть гибриды. Но гибриды там тоже такие неполноценные. 19-й год. Мотор 2,5 литра. Кожаный салон. Комплектация премиум. Иммобилайзер 2 427 000. Следующий 19-й год с рейлингами, 2 147 000. Коричневая кожа. Знаете, вот морда нравится у форика, прям нравится. Жопа нет, вот честно. На вкус и цвет товарища нет. Мое мнение, ну, мне не нравится. Toyota Wish, минивенчик, 10-й год, 4 балла. Оценка. Так, а цена. Кузов целый, замена крышки багажника, пробег 114 тысяч. Ладно, бог с ним, сейчас цену на автомобиль узнаем. Так, Honda Insight. Ладно, цены нет, неинтересно. Но полноценный микроавтобус, 1 345 000, светлый салон. Аукционная оценка 4 балла, 137 тысяч пробег, гибрид. Ну, если гибрид, это 1,8, есть двухлитровые, соответственно, идет не гибрид. Еще один Виш, белый цвет, 2010 год, цена 888. Аукцион, статистика, 3,5 балла, 140 тысяч пробег на автомобиле. Honda Fit Shuttle, 2012 год, 4 балла, в очень хорошей комплектации, 695 тысяч рублей. Honda Vezel, Z-ка она, 14 год, 4 ВД, 1 295 000 рублей. Ну и смотрите, вот многие еще, перед многими стоит выбор, что взять, либо Isis, либо Wish. Ну, кстати, Wish'ей выбор намного побольше, чем Isis'ов. Но Isis тоже очень-очень хороший автомобиль, у которого даже левая дверь сама открывается. 10-й год, 845 тысяч рублей. Обратите внимание, у данного автомобиля здесь нет стойки. Даже правая дверь сама открывается, темный салон. Три ряда сидений, второй ряд, он двигается, регулируется. Передняя сидушка трансформируется в столик. Четыре балла, пробег 121 тысяча, покраска, окрас заднего левого крыла. Все. Цена 845 тысяч за данный автомобиль. Неплохая резина, штатное литье у него. Салон, так называемый трансформер, да, то есть он трансформируется.
по-разному. Есть мультируль, кнопка старт, две электродвери. Мне очень нравится данный автомобиль, реально нравится. Ой, хлопнул свину. Вот давайте еще инсайты глянем. 615 тысяч. Такой полусветлый салон, интересного плана коврики, кожаный руль, мульти, климат. В последнее время тоже вот берут и спрашивают данные автомобили. Друзья, смотрите, вот продается Spike. По-моему, его даже как-то проверяли, он 12-й год, кузов у него целый. Ну, реально, у него клевая стоимость, 705 тысяч, его отдают, аукцион, статистика. Пробег у машины 150 тысяч, этого никто не скрывает. Да, я его смотрел по кузовщине, кузов целый. То есть, как видите, темный салон, руль простой, обычный, электродверь, отключение антиюза, климат. Сзади два капитанских кресла. Посмотрите, салончик чистенький, аккуратный, ухоженный. Задняя часть автомобиля гибрид. То есть три ряда сидений. Неплохой автомобиль на самом деле. То есть есть, конечно, там маленькие какие-то сколики по кузову, я это всегда всем говорю, потому что вы покупаете не новый автомобиль. Но, тем не менее, цена, да, вот, такой год, состояние кузова и 705 тысяч. Ну и про магнитофон не сказал, магнитофон стоит на андроиде. Поэтому, кому интересно, ищите его в Дроме. В Дроме он стоит. Так, ну что, друзья, цены показал, цены посмотрели. Вот, на сегодня будем заканчивать. Поехал я дальше по делам. Всем огромное спасибо, кто подписался на канал, кто досмотрел это видео до конца. Всем пока!